losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. А вот здесь когда-то в детстве, крыша, вот здесь подвесная канатная такая дорога была, вон там вон когда-то даже елки были, и тропинка вот так вот шла. Сейчас прям все молодняком поросло, и тропинка, которая вот мы идем, совершенно по-другому была. Да? Идем? It's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Нет, это так вот, кузнечик декалет. О, птичку всем хором пою, пою. Дай, дай им воду проведет на жуку всяких. Как домой придем, так придешь. Борис, я только взял телефон. Зачем ты спускаешься? Борис, куда ты спускаешься? Борис. Борис. Борис, кыс-кыс. Борис. Мы тебя еле увидели. Костя увидел Бориса. Да, на дереве сидел, я его прижимал к стенку, увидел. Окрас. Окрас. По окраске какой увидел. Thank you.
Вонючая! Убери руки, убери руки. Вероника, убери руки. Сколько нашли? Два штучки. Вот. У меня самый большой, а у девы маленький. Таких много там, но они еще желтенький красивый какой. Он растет. Растет. Кот Бай. Гладь кота. Кот Бай. Упал. Упал. Он лег. Тебе пришел лег. Не надо поднимать. Погладь, маме покажем. Погладь. И там желтенький. Ой! В глухомань. Глухомань, не смог я на графу, не проводит лифа покликевна. Отчего, почему не пускаю на деревню? Папа-ру-пару. Папа-ру-пару-пай. Кот потерял, не видит. Бабочку не. Быстро ходи. Кот устроил. Не успел я, как обычно. Кот устроил разборки. Я не успел. Что, он с разбегу туда залетел? Да! Первый прям туда. Давайте прям все бегом. Борис не успел никого поймать, да? Пулею залетел. Мама! Прям как? Сколько? Я никак. Один, два, сюда. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, 14. 14 штук сидит, обалдеть можно. Ну и вот там на этом и на дереве видно сидели. Потому что как кинулись все сюда. Видишь, как защищают своих деток и свои гнезда. Спасибо. Ой, я лежа...
Жарко было, я большой уже. А, не, большой. Так, все, погнали. Здесь еще. Да там кругом елочки. Угу. Поспекали. Нет, там, как у вас забыть. У папы тогда, у покойного, боже, как они разрастались. Как они называются? Портулак. Портулак, да. Разрастаются прямо вообще. А вот это я не помню, как ее называют. Ну, мы жарки не называем. А как жар... Чешольцы. Чешольцы такое. Я не знаю, как она называется. Мы ну, жарки. Портулаки вообще красивые. Ковром таким ну, у папы. Тут сильно это замусорено этой жарками. Ага. И оно не поливалось уже. Так дожди передавали, да? Я как дура попрятала весь чеснок в летнюю кухню, затаскивала сколько. С душа, думаю, сейчас немножко я это порастаскиваю. Какой там? Затащила все обратно. Все спрятала, все, и лук, и все на свете. Ну, так, а оно погремело, погремело, и на этом все закончилось. Вот, Борис нас ведет. Да. Хорошо, ох, так, на что такое? Что мы так плакали? Что мы плакали так сильно? Да. Едем. Сейчас приедем как раз к бабушке на дойку опять. Да? Ну, пока машину выгрузим. О, да. Надо, чуни.